пару слов о пиаре и поговорим о таком способе освещения бизнеса, как бизнес за стеклом, бизнес в онлайне. Кто помнит, раньше была такая программа, называлась она «За стеклом», и все, к удивлению ее продюсеров, почему-то очень внимательно ее смотрели, отслеживали, копировали главных героев, ну и просто было по приколу за ними понаблюдать. Потом это шоу «За стеклом» уже, кстати, трансформировалось в «Дом-2». Ну, короче говоря, все любят подглядывать. Чего уж тут говорить. Большинство, скажем так, любит подглядывать. Так вот, сделайте такую щелку, глазок в ваш бизнес, чтобы за ним подглядывали через YouTube, через ЖЖ, через блоги, через все что угодно. Федор Овчинников и «Ботаники делают бизнес». Человек последовательно описал, как он создавал пиццерию, бестселлер. Люди из твоего старта сделали шоу, которое, в общем, загнали всех на виллу на каком-то острове, и там они делали бизнес в онлайне. Тоже все за ними наблюдали. Тоже прикольно, тоже это было очень рейтингово, и здесь все на этом заработали. Поэтому, если вы начали бизнес, сделайте щелку, чтобы в него подглядывали. И это будет очень прикольно, выгодно, интересно и... Пожалуйста, каждый ваш выход в эфир, это, собственно, связи с общественностью и будут. Вот. Кроме этого, вы сможете заработать не только деньги, но и репутационные очки. Потом выпустить по этому поводу книгу, или познакомиться с интересными людьми, или еще завоевать приз за какой-нибудь блогинг. Хотя это не подразумевалось изначально. Поэтому бизнес в онлайне – вот сегодняшняя тенденция. Удачи! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Если вам все это понравилось или есть что добавить. Пока.